Сегодня 15 июня 2016 года. Это мы находимся на пруду лагерном. Вот он у нас. Вот крест распятие. Вот мы тут с нашим лагерем работаем. Вот Софья. Софья, давай пали. Пали. Вот они, видишь, какие басы. То их тоже выдергивать надо. Вот так вот. Во. Во. Вот молодец. И дальше также пали. Она пропала от горошек. Вот. Ксения работает. Ефросинья. Они пропалывают у нас помидоры. Вот у нас тоже работяжки сидят. Ксения. Маша. Маша, подними голову свою. Вот она, Маша наша. Только не бездельничай, не сиди. Вот Вика работает за двоих. Так, хорошо. Так, Андрей, ну-ка на место иди. Я же себя ужалил. А копьи его не жалят. Так, ну пойдем. Следующее поприще. Молодец. Ты быстро у тебя получается. Вот следующее. Вот он. Вот она. Вот, смотри, на тебя смотрит. Только этот укроп не трогай, пускай растет. Я буду его есть. Не надо его есть весь. Нам пригодится еще. А то ты весь его съешь, а кто еще будет есть потом? На обед-то надо. Никто. Вот у нас идет. Вот у нас еще Тимофей. Ну а что ты? Ты же маленькая. А ты маленькая же? Или большая? А, Маша? Ну мелкая, ну мелкая, и что? Да я тоже маленький в ростом. Ну ты меня назовешь, скажи, где его маленький? Ты что мне сейчас? Вот. А что плакать-то? Ну мелкая ты. Вот подумаешь, велика беда, мелкая. Давай, вон сорняк лучше. Он тоже мелкий. Смотри, какой мелкий. Вот, вот сорняк. Выдерни его. Морковку. Маша, вот, выдерни. А морковку Маша, надо? Вот здесь вот, выдерни. Откуда тут укроп или морковка? Морковка. Дядь Володя, а морковку надо? Да выпалывайте, потому что это может и не морковка быть. О! Вот, назвали мелкой. Вот беда-то какая случилась. Люди, у людей война идет, убивает миллионами душ людей. А тут назвали мелкой уже, все, плачем. Так, Тимофей, не сидеть. Ты очень медленно работаешь. Пошустрее работаем. Вот у нас два отрока еще работают. Это у нас Нестор и Кирилл. Тяпками работают. Трудятся. Стараются, сорнячки сбивают между рядами. Вот. Вот у нас капустка растет. Небольшая, правда, но растет. Кое-где поели ее жучки красные. Здесь у нас морковка. А, вот еще грядка морковки. Не прополотая. Так, ну вот, слава богу, за все.